События фильма, в принципе, развивается в Сочи. В кадр, говорят режиссеры и сценаристы, обязательно попадут городские пейзажи и достопримечательности. Основное же место локации съемочной группы – один из городских отелей. Самую важную сцену фильма уже сняли в сочинском аэропорту. Название же комедии говорит само за себя. Это история об одноклассницах, которые приехали в Сочи выдавать замуж школьную подругу. Здесь их ждет масса приключений и, конечно же, новые встречи и знакомства. Одно из них – с колоритным сочинским армянином. У нас много линий любовных. Там одна девушка у нас как бы выходит замуж, а другая девушка находит в Сочи Арарата, третья находит еще одного яхтсмена. Вот, в общем, такая красивая романтическая комедия, конечно, с приключениями и с экшеном. «Одноклассницы» – это комедия. Новое доброе кино, уверяют авторы сценария, поможет отстраниться от проблем, а в героинях каждая узнает себя. «Одноклассницы» – такие разные, с разными профессиями, разной жизненной ситуацией, будут близки к главной целевой аудитории фильма – девушкам. Закончить съемки на курорте планируется к 30 октября. Правда, все хотели бы здесь задержаться. Чудесная погода, и вообще все прекрасно. Чистый воздух. По-моему, только мечтать можно, чтобы снимать всегда в таких условиях. Актерский состав фильма звездный. В ролях Светлана Ходченкова, Арарат Кещян, Антон Макарский, Дмитрий Хрусталев. Выход на экраны запланирован на весну 2016 года. Премьерный показ, в том числе в сочинских кинотеатрах, 28 апреля.